Россия отмечает День защитника Отечества. Президент Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата в Москве. Ранее он заявил, что готов искать дипломатические решения растущей напряженности в отношениях с Западом из-за Украины. По его словам, Запад проигнорировал призыв Москвы построить надежную систему равной и неделимой безопасности. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Многие мировые лидеры считают угрозу очень серьезной. Министры иностранных дел стран Большой Семерки осудили Россию. Так глава японского МИДа Хаяси Йосимаса заявил, что они будут тесно координировать свои действия. А министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила британским СМИ, что, по ее мнению, Путин одержим вторжением на Украину и предупредила, что Запад готов предпринимать дальнейшие меры. «Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но нам совершенно ясно, что если президент Путин обострит ситуацию, мы, международное сообщество, ужесточим санкции». Между тем, спутниковые снимки Максар показывают, что Россия размещает дополнительные войска и технику на западе страны и в Беларуси. На требования Москвы о прекращении конфликта, признание Крыма российским, демилитаризации, отказ от НАТО, премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль ответил. Выполнение условий, озвученных президентом России и Украине, противоречит выбору украинского общества. Это невозможно для независимой, суверенной Украины и для меня, как премьер-министра нашего государства. Тем временем из-за сильного обстрела тысячи жителей поселка Счастье Луганской области остались без электричества. Военные резервисты в возрасте от 18 до 60 лет призываются на военную службу согласно указу президента Украины Владимира Зеленского. МИД Украины рекомендовал согражданам не ездить в Россию.